Привет всем, YouTube! Сегодня у нас 29 марта, на улице плюс 10 тепла, уже время закатное. Я спешу на море, видите, облачков нету, чтобы успеть заснять закат. Также хочу сказать, что под этим роликом уже начнем собирать денежку на квадрокоптер. Я надеюсь, сегодня все получится оформить. Сделаю ссылочку и хочу поблагодарить всех, кто будет помогать, тем, у кого есть возможность. У кого нет возможности, вам тоже огромное спасибо, что заходите на мой канал, пишите свои комментарии, ставите лайки. Также не забывайте подписаться в YouTube, ВК. ВК, если есть какие-то личные сообщения. Приятного вам просмотра и пойдем против ветра на море в поисках солнышка. Этот проход возле аквапарка Олимпии. Сейчас там еще перекрыто забором, пока мы идем как бы боковым проходом. Чуть сопли меня мучают, простить, будет ветрено, потому что ветер у нас сегодня. Так, если бы не было бы ветра, было бы вообще на самом деле очень круто. Смотрите, горят кусты. На самом деле это солнышко садится. Я спешу, розовый закат. Это вообще нечто. Такая красота. Смотрите, как метет ветер. Вот такое фото. Если не получится заснять на фотоаппарат, вдруг что-нибудь случится. На море волны. Ветер дует. Такой конкретный южачок, но прохладненько. Я поэтому нацепил на себя и курточку. Сегодня я здесь, походу, первый гость. Следов, кроме меня, по крайней мере, ни от кого не осталось. Попробую закрывать немножко микрофон. И посмотрите на эту красоту. Сейчас пес полностью появится, мы ее сфотографируем. А решил пробовать собирать денежку через Яндекс.Деньги. Там есть какая-то страничка, типа создать общую покупку. Сегодня попробую дооформить и уже разместить ссылочку под этим видеороликом. Можно также как-то сделать, допустим, если у кого-то не получается, там переводы на карту. В общем, это подумаем, пишите свои варианты. А тех, кто хочет помочь, сделать для нас доброе дело, чтобы у нас появился квадрокоптер. Вот это ветер дует, у меня аж воздуха не хватает в легких, чтобы нормально говорить. Солнышко уже, в принципе, закатное, красивое, и можно будет его сейчас уже фотографировать. Думаю, должны получиться интересные фото. Я с этой стороны пирса попробую, и с той, наверное, посмотрим, где будет красивее, лучше. Инстаграм, думаю, обрадуется. А то у меня всякие растения. Что-то я людей перестал выкладывать. Запал на весну, наверное. Надеюсь, микрофон не сильно задувает. Смотрите, как несет песочек к барханам. Зато на море я сегодня точно один. Никто не гуляет в такую погоду. Руки подмерзают. Ну, что не сделаешь ради красоты. Приехал домой с работы, прилег, смотрел за окном. Солнце красивое. Думаю, надо бежать. Еще буквально чуть-чуть, и оно уже начнет скрываться за горизонтом. Но мы дойдем с вами до моря, чтобы у нас хотя бы 5 минут кайфа было. Передаю всем огромный привет. И свои как бы слова поддержки. Мы с вами. На, поверьте, сделать тем, у кого выпал снег. Вообще грустно и печально смотреть на ваши видеоролики. Казалось бы, вот-вот, была хорошая погода, и на тебе. Но чтобы вы не расстраивались, видите, у нас тоже прохладно, волны, море штормит. Вот такие вот дела. Как оно смотрится, да, в разливе. Я именно для этого сюда шел. Попробуем что-нибудь запечатлеть красивое. Так, а ну если вот так его поставлю, второй рукой буду пытаться достать свой аппарат работы. Чуть застегнем, чтобы ничего не высыпалось.
попробуем сделать несколько красивых кадров. Ай-яй-яй, как оно все разлетается у меня. Автофокус хочет отключиться. Ой-ой-ой, как оно быстро садится. Ну, ставлю на паузу. Может, чуть-чуть еще под. Ну вот и все, солнышко зашло. Я здесь вот такого вот героя нашел. Чтоб никто не подумал, что он не живой. Живой, сидит, греется. Ку-ку! Ай! Хочет укусить. Такая лапочка. В общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ссылочку, надеюсь, я уже успею разместить под этим видео. Ну и выражаю огромную благодарность всем тем, кто меня смотрит, пишет мне ВКонтакте. Я, честно, нереально благодарен, заряжает таким позитивом, что просто это делаю не просто так, это нужно людям. А также, может, скоро соберем и будем летать еще и над нашим Витязем. Я даже не представляю, какие можно наикрутейшие фотографии сделать с этого квадрокоптера будет на закате. Просто, не знаю, фееричная такая мечта. Дорогая гадость, но все-таки фееричная. Будет круто и красиво. Анапа у нас сегодня, опять же, в тумане. Я думаю, как же задувает, наверное, микрофон. Где он, кстати? А, нет, на месте. Не потерялся. Кстати, я уже привык. После того, как из дома вышел, бежал до сюда. Наверное, согрелся. Сейчас уже более комфортно себя чувствую. Ну, правда, спиной к ветру. Ладно, все, прощаемся. Побежал я. То все-таки после работы немножко я подустал. Пока-пока.